Мир всем! Хочу зачитать несколько стихов из Библии на тему «Не порти края бороды твоей». Говорит Господь через Моисея в книге Левит 19:27. «Не порти края бороды твоей, не порти, не делай хуже, не делай безобразнее свой внешний вид. Ибо Бог сказал в книге Бытие, все весьма хорошо. Бытие 1:31. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Хорошо весьма, то есть очень хорошо Бог все создал, и человека, и животных, и растительный, и весь окружающий мир Бог создал весьма хорошо. И поэтому Бог предостерегает, говоря, не порти. А мужчина дошел до того, что полностью сбривает себя Богом данную бороду, оголяя щеки, уподобляясь женщине, которую Бог дал мужчине в помощь и поставил его господствовать над нею. Бытие 3 глава 16 стих. Бог говорит Еве, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. А ты снимаешь с себя венец господина и топчешь его ногами, оскорбляя тем самым Творца, который его возложил тебе на голову. Кто-то может подумать, что я перегибаю. Но посмотрим, что говорит апостол Павел, 1 Коринфянам 11:14. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? И блаженный Феофилакт пишет на эти стихи такие слова. Как же не бесчестие для мужа растить волосы, когда он через это принимает вид женщины и поставленный для господства принимает знак подчинения. Если растить волосы, по словам святых мужей, бесчестие для мужчин, то насколько хуже брить бороды, так как ращение волос – это естественный процесс, и даже он под запретом для мужчин, а бритье бороды противоестественно. В подтверждение этих мыслей мы также читаем Второзаконие, 22 глава, 5 стих. «Мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие». Если для Бога мерзость, когда мужчина на время примет вид женщины, то как же мерзко пред Богом снимать с себя достоинство мужчины, бороду, на долгое время и пребывать в таком виде постоянно, еще позволять себе в храм Божий входить и, что сверх того хуже, приступать к святым Христовым тайнам. Да не будем портить образ, который даровал нам Господь Бог, а будем и внешним, естественным видом приличным мужчинам славить Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.